Поедешь в Париж учиться на кондитера. Будешь ходить на занятия и давай без глупостей. Удачи. Спасибо. Что смешного? Представил тебя в белой шапочке с большими эклерами. Ты бы хотел от меня ребенка? А это обязательно? Давай пошалим, пока нас не отправили домой. У нас нет табу. Мы современны и открыты новому. Не спугни их. Тебе нравится Юбер? У него красивый член. Стоит попробовать. Сколько ты заплатишь за ночь со мной? И все, ты слишком жадный. Тогда только смотри, руками не трогай. Отныне мы все связаны священными узами брака. Комедия соблазна «Золотая молодежь». Знаешь, Мишель, кажется, наша любовь слишком опасна. Смотрите в кино.